Друзья, всем привет! Недавно разбирал за сараем, нашел старый велосипед. Дочка уже давно выросла из него. Его уже, в принципе, и коррозии все покрыло. Решил его немножечко модернизировать. Ну а что у меня получится, сейчас мы с вами увидим. Давайте приступать к нашей самоделке. Всем приятного просмотра! Кстати, недавно приобрел себе вот такую отрезную пилу фирмы Пит. Довольно-таки бюджетная, но в то же время функциональная. Режет ровно. Пробовал угол и 90 градусов, и 45. В принципе, нормально. Единственное, изначально, когда делал первый рез, показал, что плохо режет и металл немного плавит. Посидел, почитал на форумах. Оказывается, что изначально новый диск бывает как бы как замасленный. Отрезал пару деталей, и все, диск начал нормально резать, и просто шикарно все отрезает под любым углом. Поэтому, кому интересно, ссылочку оставлю внизу под описанием. Ну а мы продолжаем. Thank you.
Итак, друзья, вот такой самокат у нас получился из обычного велосипеда. Что касается рамы, вот эту часть не стал обрезать. Потом в дальнейшем хочу попробовать сделать электросамокат. Сейчас на этом этапе опробовать, как он будет ездить, легко, трудно. То есть, и потом, если что, сделаю или редуктор от шуруповерта поставлю, или какой-то маленький движок, чтобы был электропривод. Поэтому на заднем колесе также оставил звездочку пока. Тормоза сделал передние, поставил. Так, что касается рамы, вот здесь вот хотел прикрутить фанеру, но ламинированной нет. Обычная фанера, она от воды все равно будет вздуваться, поэтому... Найду как ламинированную фанеру, поставлю сюда. Так, что еще хотелось бы сказать. Что касается вот этой части, да, здесь вообще планирую палку поставить и флаг. Дочка говорит, надо флаг поставить, чтобы он развивался. Но сейчас такое время, магазины все закрыты. В дальнейшем сделаем. Так, ну и в принципе все. Руль удлинил, то есть наварил трубку, также поставил шпильку длиннее. В принципе, нормально. Тормоза тоже все. Здесь поставил заглушки. Все, думаю, можно пробовать, тестить, как он будет себя в работе показывать. Итак, сейчас проводим тесты самоката. Вот так вот гоняет дочка на нем. Сейчас развернется. Сегодня ветер сильный. Вот здесь при тормозе работают тормоза, все нормально. Как самокат? Здорово, понятно. Итак, последний штрих. Поставили звоночек. Вот такой получился самокат. Довольно прикольно смотрится. Нужно будет еще сюда ктофоты поставить спереди, сзади. Ну и также в дальнейшем еще модернизируем, поставим электродвигатель, шуруповерт или что-нибудь наподобие. Вот такой получился самокат. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!